Вот этого ребенка искалечил урод, который решил, что за воротами ему нужна площадка для прогулки. Он там подстригает газончик, и он на этих газончиках разместил силки. Так, давай. Подними лапу. Давай. Ищи проволоку. Друзья, доброго всем здоровья. Это наши малыши, наши старички. Наши ушастые, наши лохматые, наши лающие и мяукающие. Те, кто попал в беду, и мы все вместе их спасали. Многие еще долечиваются, так как травмы они получили очень тяжелые, и выздоровление, к сожалению, тянется медленно. Друзья, нам всегда, всегда-всегда очень нужны большие бинты и мазь левомиколь. Желательно ветеринарного производства, это значит в больших тубах. Ну что, ребенок, это я уберу. Нет, все, я его неправильно положила. Давай, зайка, вот так ляжем. Вот так, маленький. Ложись. Потерпи, солнышко. Потерпи, деточка. Потому что рана у него жуткая, ребята. Рана просто жуткая. Тихо, деточка. Тихо, мое солнышко. Проверяем здесь. Тихо, детка. Да, мое солнышко. Пальчики болят. Пальчики болят, мой маленький. Очень и очень тяжелый случай у ребенка. Все, покажи с этой стороны. Угу. Вот так. Да, маленький. Все. Все, бронолинкой все закрыли. Все, очень много, очень большой густой слой на перевязке, на раны. Если вы хотите, чтобы рана зажила с минимальным шрамом, как можно больше мази, ребята. Как можно больше мази, не жалейте. И бинтовать надо крест-накрест. Тогда не будет перетянута лапа ни в одном месте. Нельзя бинтовать рану ровно. Всегда лапу бинтуем наискосок, ребят. А лапа не гноится, лапа чистая, она очистилась. Поэтому мы ни перекисью, ничем лапу не промываем. После АСД с левомиколью перекисью лапу промывать не надо. Промывать можно только если гной. Чистый гной текет или сукровица. А если лапа просто глубокая, но уже как бы подстывшая, ребят, перекисью промывать не обязательно. Потому что АСДшка с левомиколью, они... Ну, очень сильный антибиотик, который и вызывает просто потрясающую регенерацию. Это я говорю вам, основываясь, опять же, на моем опыте. А за 18 лет, ребят, вы видите наши ролики, вы видите, сколько у нас приходится всего этого делать. Так что я надеюсь, мои советы не будут лишними. И еще никогда нельзя затягивать рану туго. Вы просто делаете так, чтобы у вас не затянулся. Видите? Ни в коем случае. Просто фиксируйте бинт, но ни в коем случае не затягивайте ее сильно. Она не спадет. Все, детеныш. Антибиотики получил мальчик у нас утром. Так что сейчас ничего не надо. Корвин, красавчик. Красивый мальчик наш. Просто замечательный ребенок. Друзья, огромное вам спасибо.
Просто от всего сердца. Спасибо за то, что откликнулись и помогаете его спасать. Кто-то лишился лапы. Помочь было просто нельзя. Лапы были раздавлены или сгнили. Через все муки, через которые прошли эти животные, ребята, это не описать. И почувствовать мы это не можем. Мне кажется, даже представить не можем. У нас разное восприятие боли. Но то, что выносят животные, ни один человек вынести не в состоянии. Я благодарна вам всем, друзья. Всем без исключения. За то, что вы участвуете в нашей жизни. За то, что сопереживаете нашему приюту и сопереживаете тем событиям, что происходят у нас. Тут это у нас нормально, это нога опухшая. И горячая. Это однозначно перелом. Скулишь, мой хороший. Не можешь встать, да? Ты красивый, огромный такой. У него сломана задняя лапа. А может, две, да, но не знаю. Мы его грузили осторожно, морду перевязывали. Ну, по-моему, пацан. Что-то по морде так. Да. А, вон, вижу, да. И там вот под лапы тоже у него. Так, дружище, как же тебя забирать-то? А не помните, кто у нас хотел нашего мальчика из леса взять? С пулями, а? Ребенок поправился, приехал после операции. Кто-то кричал, что очень хочет его домой взять. И что-то тишина. Вот. На задние конечности не встает, волочит за собой. Вот. Глубокая болевая чувствительность на конечностях присутствует. Надо делать КТ. Этот ролик
Мы просто рассказали о тех, кого спасали с вами совсем недавно. Это не все, ребята. Такими роликами надо делиться, чтобы вы радовались, чтобы вы видели, что ваше тепло, ваша доброта, она... Вот она перед вами. И те несчастные, которые лежали, машут хвостами, улыбаются, мурлычат, трутся о ваши ладони. Этим роликом я хочу сказать вам спасибо. Дорогие мои друзья, дорогие знакомые и незнакомые люди, от всего сердца, от всей лохматой души, огромное вам спасибо за эти спасенные жизни. И пусть добро, которое вы по капле вливаете в нас, ребята, пусть это добро возвращается к вам лавинами нежности, счастья, улыбок, радости, благополучия, а главное, крепкого здоровья. Спасибо вам. От всей лохматой души. Спасибо. Это Азиза.